какую клавишу нажали, такая нота и звучит. Вы нажали ноту фа, вы можете ставить свечки, можете молиться, делать асаны, мантры, мудры. Ничего не поможет. Будет звучать именно та нота, которую вы нажали. Что такое вы нажали? Вот здесь вот очень важный момент. Нажимание – это не то, что я хочу быть счастливым, я хочу быть удачливым, я хочу быть здоровым, я хочу быть нужным, я хочу творить добро. Это ни о чем. Это мысли. Суть заключается в том, что дело не просто в хотении, потому что мысли и сам факт чего-то – это разные вещи. Когда человек говорит, я так хотел помочь тебе, ты знаешь, я вот так хотел к тебе прийти на помощь, но ты вот поздно позвонил, или, ты знаешь, я был занят. Нет, человек не хотел прийти на помощь. Или там просто проверяется, муж приходит домой и говорит, кушать есть что? Я так хотела тебе приготовить кушать. Вот столько кулинарных рецептов пересмотрела, вот эта страница, вот это. И ты прям вот сбилась в этом поиске, а кушать ты что? А кушать нечего. Так и здесь. Вы всегда смотрите, что по факту вы излучаете самим собой на этот момент.